Приятные вести. В многодетной семье Исмаиловых из Джугуты произошло радостное событие. Им вручили много подарков, а самый большой подарок – 18-местный автомобиль «Форд». С семьей, где ожидают рождения 15-го малыша, познакомился Мурат Джанкезов. Семья Исмаиловых – коренные жители Карачаева-Черкесии. Супруги Мурат и Юля нажили 14 детей – 8 мальчиков и 6 девочек. Среди них две пары близнецов. Маме всего 36 лет, а старшему ребенку минуло 14. Она заканчивает 9 класс и собирается поступать в медицинский колледж. Отец большого семейства работает охранником на цементном заводе. Наверное, нет нужды перечислять проблемы и трудности, в первую очередь материальные и бытовые, с которыми сталкиваются родители. Их очень много. А секрет семейного счастья довольно простой. Он поддерживает меня, я поддерживаю его. Наверное, из-за этого нам как-то это проходит более мягче. Ну, бывает, ну ничего, мы все переживаем, все преодолеваем. И самое главное то, что все дети здоровы и живы. Это самое главное. Год назад семью постигла беда. Произошел пожар. Сильные ожоги получила маленькая девочка. Понадобилось лечение в Ростове, однако ежемесячно возить пострадавшего ребенка на процедуры не было возможности. Добрые люди помогли семье в трудную минуту. Когда у нас произошло это чрезвычайное происшествие, к нам приехал мужчина-карачаевец, за что я ему очень благодарна. Хотя я и сама русская, но мужчина-карачаевец приехал и подарил вот нашей девочке, которая пострадала после пожара, машину. Семья большая, а значит, второй автомобиль должен быть вместительным. Ключи от 18-местного автобуса марки «Форд» полной комплектации подарили главе семейства. Теперь у Исмаиловых появилась возможность передвигаться всей семьей в комфортных условиях. Это замечательное событие запомнится надолго. Первую поездку собираюсь поехать детей вывести на природу. Как родится 15-й. Чтобы дети покатались на катамаранах, на Зеленый остров отвезу детей. Будем кататься, отдыхать. Может, летом, если закончится коронавирус, поедем на моря, отдохнем с детьми. Огромное спасибо всему карачаевскому народу. Для всех детей, для их родителей приобретены комплекты новой одежды. Многодетную семью обеспечили запасами продуктов питания на длительное время. Самые искренние слова благодарности выразила растроганная мама в адрес сенатора от Карачаева-Черкесии Ахмата Салпагарова и министра природных ресурсов и экологии республики Джашарбека Узденова. Я очень благодарна этим людям, низкий им поклон, так как я сама русская, но когда мне помощь оказывают мусульмане, для меня это очень приятно. Большое им спасибо. Совсем скоро, буквально на днях, чета Исмаиловых пополнится. Супруги ожидают появления мальчика, которого назовут Исмаилом. И тогда каждый житель республики может с гордостью сказать, что в Карачаево-Черкесии проживает самая многодетная семья Российской Федерации. Мурат Джанкезов, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия.